Пульс Луганщини. Хачів Радіо Пульс і глядачів телеканалу ЛОТ. Сьогодні наш гість – лікар-кардіолог вищої категорії Луганської обласної клінічної лікарні Лілія Петросяна. Вітаю вас, Лілія Іванівна. Добрий вечір. І тема нашої програми – артеріальна гіпертензія або підвищений тиск. На жаль, ця тема не втрачає своєї актуальності. Діагноз цей молодше, тобто лікарі фіксують його у більш молодих пацієнтів, ніж, скажімо, 10 років тому. До того ж, смертність внаслідок гіпертонії та ускладнень від неї стоїть на першому місці. Долучайтеся до нашого ефіру, ставте питання нашому експерту за телефоном 050 078 18 02. Лілія Іванівна, давайте почнемо з визначення. Що таке артеріальна гіпертензія, від чого виникає ця хвороба і якими є її симптоми? Я очень рада быть у вас сегодня в студии. Я приветствую всех слушателей, радиослушателей, наших телезрителей канала, потому что сегодня действительно затронута очень важная тема – это артериальная гипертензия, или еще называется гипертоническая болезнь. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, дадим определение этой гипертонической болезни. Это стойкое хроническое повышение артериального давления выше цифр 140 на 90 миллиметров ртутного столба без приема у человека каких-либо медикаментов. Если человек не лечится, и у него фиксируются хотя бы там дважды в течение 2-3 недель вот такие цифры давления, то здесь уже риск наличия гипертонической болезни присутствует. И на это нужно обращать обязательно внимание. Ну и симптоматика какая? Вот основная. Я уже не раз говорила о том, что гипертоническая болезнь, она очень коварная болезнь. Почему вот до сих пор не нашлось таких способов и средств, чтобы раз и навсегда избавиться от нее? Нет такого. Уже если она у человека развивается, к сожалению, можно только поддерживать нормальные цифры давления, а излечить людей не удается. И симптомы могут быть порой такие или малозначимые или совершенно отсутствовать. То есть человек не может вообще ничего не чувствовать, его может ничего не беспокоить. Он может жить своей прежней жизнью, работать в том объеме, в котором он привык, вести тот стиль и способ жизни, в который он привык, но при этом иметь гипертоническую болезнь, высокие цифры и не чувствовать это. Но определенная часть людей, их, к счастью, не к счастью, я не знаю, их большинство, они чувствуют все-таки некоторые симптомы болезни. Прежде всего, это головные боли могут быть, головокружение, ухудшение памяти, ухудшение внимания, снижение работоспособности, нарушение физиологического сна, то есть сложность засыпания или некрепкий сон в ночное время. Могут быть боли в области сердца, колющие, ноющие, давящие, сжимающие. У каждого очень индивидуально это проявляется. Может гипертоническая болезнь проявляться сердцебиениями, перебоями в работе сердца, потому что гипертония, она ведет к тому, что мышца сердца, мы так говорим, ремоделируется, то есть изменяется мышца сердца, она становится толще, ухудшается ее питание, и вследствие этого и появляются вот эти симптомы. Лилия Ивановна, ну вот вы сказали уже о бессимптомности, вот эта опасность этого заболевания и коварства. Вот поэтому с какого возраста надо контролировать давление и как часто? Я думаю, что давление нужно контролировать уже с подросткового возраста, потому что, к сожалению, лабильность давления, она отмечается уже из детского возраста, а тем более у подростков, потому что у них активизируются процессы роста организма, активизируется вот эта гормональная система. И это все ведет к тому, что тонус сосудов, он нестабилен, он лабилен и может проявляться подъемом артериального давления. Я думаю, у всех людей, которые заботятся о своем здоровье, которые хотят вести долгую, активную жизнь не только в молодые, средние годы, но и в старости, они должны иметь тонометр. Это прибор для измерения артериального давления. И мерить давление себе, членам семьи, родственникам, соседям. Ну, по возможности, артериальное давление каждый должен знать свои цифры. И нужно помнить, что артериальное давление нормальное для здоровых людей – это 120 на 80, допустимо повышение до 140 на 90. Если уже выше, если уже там 142 на 92, то это уже нужно обратиться к врачу. Это является поводом обращения к врачу-специалисту.
Ну, то есть хотя бы каждые полгода человек должен проходить диспансеризацию, и давление мерять он должен. Если он имеет гипертоническую болезнь, да. А так люди могут, если они не страдают гипертонией, то чисто с профилактической целью они должны измерять себе давление. Обязательно нужно мерить давление и детям своим, и себе, и родителям своим. Но нужно правильно мерять давление, потому что часто люди приходят и говорят, что вот мы меряли давление длительное время, и у нас вот такие разные цифры, оно имеет такие разные вариации и колебания. Поэтому я, может быть, сегодня немножко остановлюсь на правильности измерения давления. Прежде всего, если покупаете прибор для измерения давления, покупайте сертифицированные приборы для медицинского применения. Вот эти все запястные приборы, там микро какие-то приборы, маленькие портативные, они не совсем всегда так, в общем-то, дают много информации о давлении, именно достоверная информация. Лучше использовать приборы для измерения давления, где манжетка накладывается на плечо. Причем манжетку нужно наложить на плечо на 1,5-2 сантиметра выше локтевого сгиба. Это будет правильно. Человек при этом должен хотя бы перед этим, перед измерением давления, сидеть приблизительно 3-5 минут хотя бы в покое. То есть не так, что сразу прибежал там с какого-то марафонского бега или с какой-то зарядку какую-то делал и сразу тут же меряет. Это совсем уже другое. А так, в 5 минут сидит человек в покое, потом одевает правильно манжетку, при этом сидит на стуле, рука лучше должна, чтобы локоть лежал на столе, манжетка приблизительно получается на уровне сердца, ноги стоят на полу ровно под углом 90 градусов, спина должна облокотиться на спинку стула, и при этом идет измерение артериального давления. И выслушиваются тоны, выслушивается верхнее систолическое давление и нижнее давление, это диастолическое давление. Ну, вот врачи некоторые говорят о том, что вот эти все приборы, которые автоматически измеряют давление, они дают очень сильную погрешность. И рекомендуют, допустим, вот три раза там с интервалом с каким-то померить, и вот среднее значение будет наиболее правильным. Так ли это? Да, потому как они вот электронные, как вы уже упомянули, и действительно они очень высокочувствительные. Поэтому нужно обращать внимание, не работают ли где рядом, где пациент измеряет себе артериальное давление, какие-либо электроприборы, то есть стиральная машина, не включен ли телевизор, чтобы было обязательно в помещении тихо. То есть нужно соблюсти просто-напросто всю инструкцию, которая дана для этого аппарата, выполнить ее, и тогда 2-3 измерения и нечто среднее выбирать из этого среднее значение, и это будет именно вот тем истинным артериальным давлением. Причем мне не нравятся вот эти приборы для измерения давления, которые накладываются на запястье. Но здесь, понимаете, идет две артерии, две кости, поэтому оно менее такое информативное, эти значения. Я назову телефон нашей студии, потому что, я так понимаю, есть у нас уже радиослушатели. Вы можете звонить к нам в прямой эфир. Телефон студии 050-078-1802. Задавайте вопросы Лилии Ивановне. У нас сегодня очень хороший доктор. А мы крокуем далее. Давайте, знаете о чем? Вот кто в группе риска и как образ жизни влияет на это заболевание? Образ жизни на возникновение этой болезни влияет самым весомым образом, потому что 50% возникновения, риска возникновения этого заболевания зависит от стиля и способа жизни, который ведет человек. Где-то процентов 20 обусловлено генетической наследственностью, 20% обусловлено экологией нашей и продуктами питания, и всего лишь там где-то около 50% приходится на степень развития медицины. Вот. Поэтому вот именно образу жизни и уделяется самое такое значимое место. Но первый фактор риска, на который бы я обратила внимание, это прежде всего, все-таки вот в моей практике чаще всего с гипертонией встречаются люди, у которых избыточная масса тела, то есть у которых ожирение. Вот это очень сейчас такая глобальная проблема, очень масштабная проблема, но которую можно победить, если у человека
человека есть на это мотивация, если есть желание это. Потому что мотивация, мне кажется, здесь колоссальная. Каждый лишний килограмм повышает артериальное давление на 1-2 мм ртутного столба. Поэтому вот люди, когда они снижают массу тела, когда начинают нормально питаться, достаточно двигаться, оно давление даже порой без медикаментов имеет свойство понижаться до нормальных цифр. И это ведь прекрасно, да? Человек просто живет своей обычной жизнью, но при этом соблюдая принципы здорового питания, двигательной активности, отказа от вредных привычек, и при этом давление понижается у него, и, в общем-то, это обеспечивает здоровую старость в будущем и качественную жизнь в текущем моменте. Ну вот группа риска, да, вы сказали, люди с лишним весом, да. С ожирением. Далее, это люди, которые злоупотребляют алкоголем. Это они на втором месте по группе риска. То есть вот это бытующее мнение такое, что там некоторые дозы, не уточняются, некоторые дозы алкоголя, они снижают степень развития атеросклероза сосудов. И даже там вот говорят, вспомните французский феномен, но я тоже об этом говорю. Но это как бы только работает, если человек абсолютно здоров. Да, малые дозы алкоголя, они, в общем-то, особенно если это вино, они полезны, да. Но если человек злоупотребляет алкоголем, то есть принимает больше 30-60 миллилитров, если это крепкий напиток, если принимает больше 200 миллилитров вина, пива, оно имеет очень высокую калорийность прежде всего, и его принимают обычно в больших объемах, это тоже вредно. То есть человек, который хочет вести здоровый образ жизни, который хочет иметь хорошее здоровье, сохранить его в течение вот, всей своей жизни, он должен отказаться от злоупотребления алкоголя. То есть в меру, ну и французы, насколько я знаю, они вообще пьют разбавленное вино, об этом мало говорят. Да. То есть... И они пьют его малыми порциями, и у них немножечко другой стиль жизни, другое мироощущение. Они этот бокал вина могут растягивать на полдня, у нас другой менталитет. Мы иначе привыкли, мы иначе живем, у нас другие принципы жизни, иначе мы привыкли, другие традиции у нас. Вот у нас, если праздник, то ну, не так, что вот один бокал вина на весь праздник, ну вы знаете. Вот. На третьем месте по риску возникновения гипертонической болезни стоят люди, у которых гиподинамичный образ жизни, то есть у которых недостаточная физическая активность, которые ведут сидячий образ жизни и не прилагают никаких усилий, чтобы немножко активизировать свой организм, заставить мышцы работать. Потому как если мышцы работают, лучше кровоток. Это замедляет процессы атеросклероза, это абсолютно доказано уже учеными. Холестерина в крови становится меньше. У людей улучшается настроение, да? Как эффект Павлова. Помните, при двигательной активности у человека вырабатываются эндорфины, и они улучшают настроение. Поэтому двигательная активность должна быть в жизни любого человека как минимум 3-5 раз в неделю по 45 минут. Что угодно пусть это будет, даже просто ходьба. Причем вот эти физические нагрузки, они должны носить характер аэробных, именно на свежем воздухе. Организму для его нормальной жизнедеятельности, для нормального протекания биологически активных веществ необходим кислород. И это достигается путем физических нагрузок на открытом воздухе. Далее, четвертая группа по факторам риска – это курильщики. Курение повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, я имею в виду инфаркты миокарда, мозговые инсульты на 50%. То есть в два раза риск возникновения инфаркта или инсульта выше у человека того, который курит. Причем независимо, курите вы 5 сигарет в день или вы курите пачку в день. Просто ну, риск повышается по-любому вдвое. Вот, и просто у одних еще много факторов есть, которые будут способствовать, возникнет быстрее или медленнее, но оно все равно возникнет. Ишемическая болезнь сердца и гипертония, особенно если наследственность имеет место. То есть это миф, что вот я 2 сигареты курю, и значит, ну, не будет никакого вреда?
То есть вред колоссальный, колоссальный вред. Причем активное курение, оно опасно. Но и пассивное курение, то есть вот курильщики, подумайте даже о том, что вы отравляете не только свой организм, но и организм ваших близких, вашей семьи, ваших окружающих, людей, которые вас окружают, потому что пассивное курение так же вредно, как и активное. Далее вот эти всякие сигареты облегченные, там, с фильтрами, без фильтров, кальян – то же самое, тот же вред наносят. То есть вот все соли тяжелых металлов, которые входят в состав сигаретного дыма, они обладают повреждающим действием на внутреннюю оболочку сосудов, и это способствует активизации процессов атеросклероза. То есть курить нужно бросить. Кто еще курит, я думаю, они задумаются об этом. Мотивация колоссальная. Или прожить здоровую старость, или ради какого-то минутных каких-то удовольствий, мнимых, так называемых вот этих наслаждений, портить себе здоровье, отравлять свой организм. Организм у нас один, другого ж нам это не одежка. Сменного организма нет. Поэтому нужно беречь то, что у нас есть, и, в общем-то, способствовать тому, чтобы как можно дольше организм оставался здоровым. Лилия Ивановна, но не могу не спросить, вот смотрите, мы сказали о нагрузках, ну, кардионагрузки, это можно долго говорить, передачи не хватит, о спортсменах хочу спросить, о спортсменах высшей лиги там, да, или там суперлиги, те, которые колоссальные нагрузки несут, и мы знаем, там есть проблемы с артериальным давлением, вот как вы в этом случае? Даже у спортсменов не суперлиги, а просто кто профессионально занимается спортом, у них, к сожалению, развиваются спортивные кардиомиопатии. То есть как у них растут мышцы на ногах, на руках, так и утолщается мышца сердца. Ну а сосуды медленно прорастают, они не успевают за мышцей сердца. И в итоге возникает коронарная недостаточность, то есть недостаток питания мышцы сердца. Какие-то резервы они используют, на какое-то время. Время хватает, ну а если дальше этим длительно заниматься, то есть длительное время испытывать повышенные нагрузки, то это ни к чему хорошему не приводит. И, к сожалению, в нашей практике встречаются вроде бы и спортсмен, и еще молод, а вот уже проблемы случаются. Поэтому все хорошо в меру, и физические нагрузки, и спорт в том числе. Ну, это хорошо, что мы говорим такие важные вещи, говорим правду, потому что не всегда спорт, высокие их достижения, он не всегда полезен. Еще я хотела немножечко упомянуть о том, что среди людей с факторами риска именно по возникновению гипертонии, те люди, которые злоупотребляют просто солью. Кухонной обычной солью, натрием, хлоридом. Потому как если пересаливать постоянно, это увеличивает объем циркулирующей жидкости на сосуды, но там свои сложные механизмы, и это тоже ведет к развитию гипертонии. То есть допустимое количество соли – это где-то 5 грамм в сутки. И, конечно, сложно людям бывает преодолеть свои пищевые вот эти вкусы, пристрастия. Но я единственное, что могу посоветовать – заменить соль приправами, убрать солонку вообще со стола. Ну и, соответственно, лучше питаться дома, чтобы готовить себе здоровую пищу, а не питаться, в общем-то, в общественных заведениях. Потому как дома вы всегда приготовите пищу и с душой, и правильно, из правильных продуктов, и свежих, и она будет полезна для организма. Я еще раз напомню наш телефон 050-078-1802. Звоните к нам в эфир. Лилия Ивановна, ну о пищевых привычках мы сказали, об этом тоже можно говорить бесконечно, там жирное, сладкое, соленое и так далее, как бы, ну все это знают, это извитые истины, но вот смотрите. Но почему-то не выполняют, да, не выполняют. Все знают, да, все предупреждены, но почему-то так слушаются, соглашаются, но нет, вы знаете, вот все это абсолютно бесполезно, слова, разговоры об этом, если человек не сядет и не задумается о себе, не выберет, что для него важно. Важно здоровье, важно полноценное качественная жизнь, здоровая старость, не быть никому обузой уже в пожилые годы. Или же вот там кусок торта, который повысит массу тела, или выкуренная сигарета. Вот это нужно задуматься и поставить на чаши весов, что важнее, нужно выбирать. Потому что жизнь, она такая, она вот не прощает таких ошибок. И если вы не следуете принципам именно здорового образа жизни, то рано или поздно резервы заканчиваются. И проще
профилактировать. Вот я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что проще профилактировать эту гипертонию, чем ее потом лечить, чем потом пытаться контролировать это давление. Иногда это очень сложно. Кто чаще болеет, мужчины или женщины, и почему гипертония помолодела? Гипертония помолодела, потому что жизнь наша меняется, меняется экологическая среда, меняется вот то качество продуктов питания, которые мы потребляем, меняется наш социальный уклад, меняется наш менталитет. То есть вот раньше жили проще, были проще продукты питания, и это было лучше для здоровья. Вот там в 70-е годы инфаркт миокарда – это был там нонсенс. В университетах ходили и смотрели, что это очень редкое заболевание. Вот, а сейчас это даже у 20-30-летних отмечается. Вот поэтому помолодело. И молодые люди мало внимания уделяют правильному питанию, достаточным физическим нагрузкам, именно рациональному способу жизни. И вот эта наша социальная атмосфера, может быть, то, что нервная система наша очень редко релаксирует. Ну, может быть, дома во время сна только, да. А так у нас напряженная социальная жизнь. У нас, ну, так вот нам, мы в такой стране родились, что экономический вот уклад жизни. И вот сейчас ситуация у нас в стране, она, к сожалению, не есть позитивным моментом именно для здоровья человека. И про мужчин и женщин, пожалуйста, да, ответьте. Кто чаще болеет, у кого гипертония фиксируется, или это, ну, не зависит, знаете, от пола? В принципе, такое сейчас вот это все сгладилось. Приблизительно поровну болеют и мужчины, и женщины. Но мужчины почему-то болеют тяжелее. Вот, по-видимому, все-таки природа наделила женщин способностью, вот если какая-то проблема в организме, использовать свои резервы, ну, так как женщина продолжает род человеческий, да, у мужчин вот этот порог восприимчивости, он ниже, поэтому мужчины больше подвержены именно осложнениям гипертонической болезни, инфарктам, инсультам, и это у них, к сожалению, встречается чаще. Мужчины менее эмоциональны, они могут меньше свои эмоции проявлять, нежели женщины, поэтому вот эти отрицательные эмоции, они выделяют адреналин, вы знаете, биологически активные вещества, которые, в свою очередь, также кардиотоксичны и также негативно влияют на тонус сосудов, что вот и приводит и к гипертонии, и к инфарктам, и к инсультам, к сожалению. Поэтому мужчины тоже должны проявлять свои эмоции, решать свои проблемы, а не копить все внутри себя. Ну, это, наверное, такой стереотип поведения в обществе, когда навязывается, что мужчины не плачут, там, ну, или да, еще мужчина там не должен проявлять эмоции, вот он чего-то не должен. То есть вот эти социальные роли, навязанные, ну, в силу там разных мифов, стереотипов, да, которые в какое-то время помогали выжить, а сейчас они мешают. То есть, и потом, наверное, наши мужчины, ну, скажем правду, они же не хотят в больницу идти. Их туда не затянешь на аркане. Это тоже проблема, да. Потому как, ну, вот у нас такие стереотипы поведения. И еще мужчины меньше занимаются физической активностью. Вот посетите любой фитнес-клуб, и вы увидите, что большинство, ну где-то 90% клиентов этого клуба – это женщины. Мужчины, где вы? Чем вы в это время занимаетесь? За компьютером, вот, за компьютером рулем. Это гиподинамия. За рулем это гиподинамия. За компьютером это психоэмоциональная нагрузка повышенная. Также напряжение там, зрения. И вообще это сидят в помещениях без кислорода. То есть это все негативным образом сказывается на их состоянии здоровья. Поэтому мужчины должны заботиться также о себе. Ну, каждый человек должен о себе заботиться, иначе кто о нем позаботится? Лилия Ивановна, да, ну давайте, вот смотрите, мы сказали о том, что в О, у нас есть слушатель, одевайте наушники, будем принимать звонок. Так, 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 нормально. Вы в эфире, а мы вас слушаем. Здравствуйте, я хочу с вами посоветоваться. Здравствуйте. Вот я гипертоник с почти 30-летним стажем. Мне хотелось бы узнать вот такую скорую помощь при гипертоническом кризе. Я постоянно принимаю
противогипертонические препараты, не прерывая ни одного дня. Хорошо, спасибо за вопрос. Вы знаете, это очень злободневный вопрос, как помочь пациентам, если криз случился дома, да? И, например, люди, которые живут у нас в области, но в каких-то отдаленных деревнях, им сложно быстро иметь медицинскую помощь, скорую помощь. Поэтому, прежде всего, помоги себе сам. Ну, самый безопасный способ помощи себе, самопомощи при гипертоническом кризе, это, я думаю, вот эта женщина, она наблюдается у своего семейного доктора, она принимает какие-то медикаменты, поэтому есть ряд медикаментов, которые разрешены для использования самостоятельно. Вот я не буду сейчас это озвучивать, потому что я считаю, что любой препарат должен назначить врач. И недопустимо, когда препараты люди берут в аптеках на свое усмотрение, или потому что соседи посоветовали, или потому что фармацевт в аптеке посоветовал. Поэтому препараты, я сегодня о них речь вести не буду. А скажу только что. Прежде всего, нужно постараться расслабиться, не паниковать. Это первое, то, что должно в мозгу произойти. Потом очень полезно взять просто горчичники и один горчичник положить на область 7-го шейного отдела позвоночника, а два других приклеить на область икроножных мышц. Это будет рефлекторно снижать артериального давления. При этом очень полезно, чтобы у вас всегда где-то в термосе под рукой был чай такой травяной. Пусть в его состав входит боярышник, шиповник, пустырник, валериана. И когда человек пьет вот такой чай, он обладает седативным эффектом, можно туда положить столовую ложку меда на стакан вот этого чая. Это тоже при прохождении теплой жидкости вдоль пищевода тоже рефлекторно снижается артериальное давление. И, естественно, можно принять любые седативные препараты, которым человек привык, которые он раньше использовал. Или нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом, какие препараты хороши в этом случае. Вы знаете, абсолютно вот таких унифицированных схем оказания помощи нет. Каждый человек уникален. И вот помощь при кризе бывают разные. Именно помощь при кризе, она должна быть индивидуальна. И вот этот вопрос нужно выяснить с семейным врачом. Именно как вам будет лучше, что вам больше поможет. Ну, я вот такую неотложную помощь, как бы, чтобы хотя бы что-то предпринять вот в моменты. И, естественно, если человек принимает медикаменты какие-то вот свои, таблетированные, он должен принять дополнительную дозу вот этого гипотензивного средства, к которому он привык, на которое у него нет аллергии, нет побочных эффектов. А сейчас новый препарат, я, естественно, не буду ничего озвучивать. Угу. Лилия Ивановна, ну то есть, да, это врач решает, то ли ему принять этому человеку, который гипертоник, вот со стажем, женщина сказала, 30 конечно, лет, то ли да. Она примет этот препарат в увеличенной дозе, то ли наоборот, его нельзя категорически принимать, да, да. А нужно вообще другой препарат при кризе абсолютно принимать, верно. Правильно? Только врач решит это, да, с медикаментами, вот. Ну а вот как себя просто вести в этой ситуации, я думаю, я рассказала. Ну это важно, и о позитивном мышлении, настрое, это тоже очень важно, не паниковать. Не паниковать, это очень важно. Расслабиться, потому что вот эта паника, она усугубляет давление и способна даже, например, если у человека рабочее давление, пусть там 140, 130 на 90, а поднялось 150, 160 на 100, вот как бы уже нужно что-то предпринимать. А человек начинает паниковать, оно может и до 200 подняться давление, поэтому отношение к этому важно. Очень мало времени, но хочу задать очень важный вопрос, потому что существует такой миф, вот у человека гипертония. Он принимает лекарства, ему назначил врач. И есть люди, которые, отказываются напрочь, потому что они читают побочные действия и говорят, я не буду это принимать, и ходят с этим давлением, там, симптомно, бессимптомно, другие начинают принимать, но свою схему придумывают. Вот они, нет, сегодня померил давление, нет давления, я не буду пить таблетку. Завтра есть давление, я буду пить таблетку.
Вот как к этому относиться и как правильно принимать эти все препараты? Да, я вот что скажу. Это абсолютно неправильно и неприемлемо. Если вы пациент, то вы должны... Вот я люблю очень дисциплинированных пациентов. Вы должны обязательно со 100% точностью выполнять все предписания врача. Потому что ваш врач – это человек, который имеет медицинское образование, имеет опыт работы. И поэтому, да, нужно слушать его во всех отношениях. Да, и если что-то с лечением идет не так, то лечение можно откорректировать. Корректировать, безусловно, самостоятельность ни к чему. Я дякую за участь у программе нашему эксперту, лікарю-кардіологу Луганської обласної клінічної лікарні Лілії Петросян, а нашій аудиторії за увагу. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого. Пульс Луганщини.